И вот уже 15 суток на ногах стою, моя родня не понимает, что я тут вообще творю. Повадками и лексикой напоминаю психопата. Задумающий мозг, такая вот расплата. Но дальше будет только хуже для меня, наверное. Ведь вместо чувств и мыслей во мне одни лишь нервы, те, что мне достались, как подарок от шамана Вуду, который за грехи передо мной расплачиваться будет. Там, где его родина и расцветает баобаб, я не смогу его судить так же, как тот Понтий Пилат. И исходя из всего сказанного выше, хочу заметить, что одному тут точно крышка.